Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Опилкин, и сегодня я вам покажу, как можно настроить продажи фильма «Коды притяжения энергии денег». Итак, что у нас входит в комплект? То здесь я подготовил специальные программки, то есть это программа FileZilla, которую можно будет заливать файлы на свой хостинг, и программка Notepad++. С помощью нее мы будем редактировать продающую страницу. Итак, для того, чтобы наш сайт начал работать, и пользователи могли его видеть, нам необходимо зарегистрировать свой хостинг и прикрепить на сайт систему оплаты, ну и партнерскую программу. Так, для вас я подготовил специальный файлик, информация для настройки продукта. Вот, и здесь я добавил ссылку на регистрацию в сервис SinglePart. Это, я так считаю, самый простой и надежный сервис для приема оплаты и партнерской программы. Ну и регистрация на хостинг. Сегодня я вам покажу, как регистрироваться на хостинге OfferHost. Считаю его, в принципе, недорогим и хорошим хостингом, который подойдет для новичков, но также и профессионалов. Итак, переходим на страницу хостинга. Вот, и нам необходимо зарегистрироваться. Если, конечно, у вас есть свой хостинг, вы можете уже использовать его. Просто загрузите отредактированный файл на свой хостинг. Я же покажу всю настройку с нуля, то есть для всех новичков. Итак, первым шагом нам нужно будет зарегистрироваться. То есть здесь мы вносим свой email, пишем свое имя, придумываем какой-то пароль, подтверждаем пароль и нажимаем ОК. То есть у меня уже регистрация есть, а вам нужно просто заполнить все вот эти поля и нажать кнопочку ОК. Итак, после регистрации вам на почту придет письмо с подтверждением вашей регистрации. Вы на нее нажмете и попадете в свой личный кабинет. То есть вот такой вот личный кабинет вашего хостинга. Вот, и здесь нам надо будет купить для начала на один месяц хостинг за 49 рублей. Так, заходим в вкладку «Товары и услуги», «Виртуальный хостинг» и нажимаем «Заказать». То есть возьмем вот этот самый дешевый тариф, 49 рублей в месяц. Нажимаем заказать. Здесь доменное имя, если у вас уже есть оно, то можно его сюда написать. Если хотите создать новое, то есть прописывайте здесь свое доменное имя. И потом его надо будет оплатить также здесь. Но я этого делать не буду. Покажу намного все, как делается проще. То есть нажимаем просто «Добавить в корзину». Все, здесь нажимаем кнопочку «Оплатить», и нас перебрасывают на выбор системы оплаты. То есть здесь можно оплатить WebMoney, Kiwi, электронный кошелек, банковская карта, Яндекс.Деньги. То есть любой способ оплаты подойдет. Вот у меня на счету есть 466 рублей, я оплачу с помощью этих денег. То есть нажимаю «Оплатить». Все, заказ обрабатывается, пишет. Сейчас в скором времени обработается, и наш хостинг уже будет куплен. Так, все, вот услуга готова к использованию. То есть в нашем распоряжении есть хостинг под 5 сайтов, 500 мегабайт на жестком диске, плюс конструктор сайтов и более 350 скриптов к нему. Так, переходим во вкладку «Виртуальный хостинг». Вот у нас создалось такое доменное имя от названия нашего почтового ящика. Все, и теперь мы можем перейти к его настройкам. Итак, вот наш кабинет нашего хостинга. Здесь нам сейчас нужно будет загрузить нашу страницу на вот этот хостинг. То есть открываем менеджер файлов. Итак, для того, чтобы нам добавить наш сайт на наш хостинг, нам нужно зайти в папочку 3W. Вот это название нашего сайта. И закачать сюда наш файл с нашим сайтом. То есть он будет у нас закачан в архиве. Я уже его создал. Вот, найдете его в папке с продающим сайтом.
Выбираем MoneyZip. Закачиваем сюда. И извлекаем содержимое. Итак, наш файл закачался. Название у него будет Money. Вот этот файл можно удалить. Открываем. И вот это будет наш файл, который нам нужно будет отредактировать. Итак, мы загрузили нашу страничку на наш сайт. Теперь у нее будет название Money. И файл index.html, который будет ее открывать. То есть вы можете скопировать вот этот адрес, вставить его в адресной строке. И вот, как видите, наш сайт уже работает на другом доменном имени. То есть здесь нам осталось теперь только поменять вот эти вот кнопочки, сменить мою платежную систему на вашу и поставить уже свои копирайты. То есть вот сюда ваше имя, службу поддержки, ну и партнерскую программу. Так, теперь нам нужно подключить систему Glopart. То есть переходите по этой ссылочке. У вас открывается вот такой вот сервис. И здесь нам нужно просто зарегистрироваться. Если у вас уже есть регистрация на этом сервисе, то просто заходите в свой сервис и повторяете то, что я вам сейчас покажу. Но мы делаем все для новичков, и нам нужно здесь указать свои данные. То есть вводим здесь свой email, нажимаем на кнопочку «Я не робот» и нажимаем «Далее». То есть я регистрацию уже прошел, и сейчас я зайду в свой кабинет. Итак, я зашел в свой кабинет. И здесь нам нужно будет зайти в каталог «Мои товары». Так, ну вот я уже вчера этот продукт сюда добавил. Вот, ну вам я покажу, как это сделать по новой. Нажимаем «Добавить товар», название. То есть я для вас подготовил файлик. Вот, и вот эти вот названия можно просто отсюда скопировать и вставить уже вот сюда вот. Также ставим цифровой товар. Здесь можно добавить образование и курсы. Так, картинку загрузить можно будет. То есть в той папке именно. С продуктом. Вот здесь есть такая папка Images. И вот такую картинку можно сюда загрузить. Так, описание для партнеров. Вот это вот копируем. Вставляем. Адрес. Адрес это вот будет. Вот этот наш адрес будет. Все, можно нажать проверить. Все, вот. Все у нас открылось. Так, цену мы вставляем. Так, чтобы у нас получилось 210, надо ставить 150-60% идет комиссия сервиса. Так, партнерские 50%. Можно сделать двухуровневую партнерскую программу. Так, и сюда мы должны поставить ссылку на скачивание нашего продукта. В принципе, вы можете взять ссылку, которая пришла вам от меня, либо можете закачать тот файл, который вы скачали у меня, на свое облако, то есть на Яндекс.Диск, на Mail, в любое место, куда захотите. То есть сюда мы ставим ссылку, и сюда мы ставим... Можем поставить вот эту вот ссылку на наш продукт. И то есть, если человек откажется от оплаты, он снова пойдет на этот одностраничник. Ну, либо поставить какую-то любую свою ссылку.
Все, после этого нажимаем сохранить. И у нас должен появиться вот такой продукт. То есть все, вам должна появиться вот такая вот ссылочка. Ссылка на форму оплаты и ссылка на партнерскую страницу. То есть вот эту вот ссылку на форму оплаты мы копируем. Заходим на наш хостинг и нажимаем редактировать вот этот файл. Так, вот у нас открылась панелька. Здесь мы находим 107-ю строку. Вот, и вставляем вот вместо вот этой ссылки свою. Идем дальше. И здесь получается 168-я строка. Вставляем вот эту ссылку на оплату. Так, и теперь нам нужно поменять наши копирайты. Служба поддержки. Здесь вы можете, в принципе, указать просто свой email. И вот партнерская программа. Это вот эта вот ссылочка. Копируем. Вставляем вот сюда. То есть это 173-я строка. Все, нажимаем сохранить. Все, файл наш сохранился. Обновляем. Смотрим, что ссылочки у нас идут уже на оплату через Глобпарт. Эта ссылка и эта ссылка. И копирайты наши поменялись. То есть все, если у вас появятся партнеры, они зайдут, зарегистрируются и будут уже продавать ваш продукт. Служба поддержки, мы тут ничего не меняли. Так, и еще один момент. Если кто-то хотел редактировать и загружать его через свой FTP аккаунт, то есть для этого я приложил программу FileZilla и Notepad++. То есть вы также можете зайти, отредактировать вот этот файл. То есть здесь также строка 107. Меняется вот эта ссылка на свою. И строка 168. Тоже меняйте ссылку на свою. Ну и ставите уже свои копирайты. А, и вот здесь вот вам нужно еще поменять правообладатель. Ставить свое имя. Свою ссылку на партнерскую программу и на службу поддержки. Все, редактируйте, сохраняйте. И потом вот эту вот папку Money закидывайте на свой хостинг уже. Все, вот такие вот несложные настройки вам нужно будет провести, и продукт ваш будет готов для продажи. Все, с вами был Вячеслав Опилкин. Желаю вам больших продаж. Всем пока-пока.